Вадим, поздравляю с победой. Какие эмоции после матча? Спасибо большое. Эмоции, конечно, несбываемые. Команда победила. Я сделал первое результативное действие за основу. Я очень рад и поздравляю всех болельщиков и всю команду с победой. К слову о том, что ты сделал первое результативное действие, как вообще оцениваешь свою игру сегодня? Ну, в принципе, вышел достаточно активно, старался играть вперед. Вот, и ближе к концу матча отдал Антохе голевую, вот, и он сам все сделал. Теперь следующая цель — забить гол. Да, надо просто продолжать в том же духе, тренироваться, работать, и вскоре, мне кажется, я забью первый гол. А благодаря чему команда смогла сегодня победить? Все парни всю неделю старались, тренировались, мы были настроены только побеждать, и в первом круге мы проиграли Факелу, а сейчас постарались отомстить и сделали это. Сегодня в перерыве награждали парней 2005 года, с которыми ты еще год назад завоевал кубок UFL. Следил за их матчами? Да, конечно, я следил за их матчами, переживал. У них был момент, где они могли вырваться вперед, но парни молодцы, второе место тоже очень здорово, я их поздравляю.